Друзья, всем привет! Вы на канале VSN Hobby. Сегодня у нас обзор вот на такой Rolls-Royce Silver Spar, как он правильно, третий от бренда GFCC, моего любимого бренда. Так как пока сколько вот мне моделей не попадалось, проблем с детализацией, проработкой вообще нету. Модель обалденная просто. Я ее даже еще из коробки не доставал. И смотрю сейчас через видеокамеру смартфона. Жопа на Toyota Crown, похоже, чем-то напоминает. Обалдеть. Тут ручки даже отдельными деталями. Зеркала выполнены боковые. Прям вообще достойно. Дворники, елки-палки. Вы только гляньте, какая детализация. Салон. Один салон только чего стоит. Елки-палки. Телефон у меня, естественно, не передает всей красоты. Так, диски. Ё-красота. Блин, а. Ну я прям в восторге. 94-й год данного автомобиля. Обалдеть. Блин, однозначно я рекомендую данный автомобиль к покупке. Жаль, конечно, что я не купил черный. Почему-то мне понравился вот. Вот этот цвет конкретно. И на фотографии он был такой, не такой яркий. Не, в принципе, модель достойная, обалдеть вообще. И цвет такой необычный у нее. Обалденная модель вообще. Так, сейчас мы ее открутим. И в руках повертим. Ёлки, это просто шедевр. Ёлки. Очередной раз убеждаюсь, что GFCC, блин, это просто пушка. Ну вообще нет никаких косяков, чего-то кривого. Ё-моё. Колеса вращаются вообще без проблем. Все, всем удачи.